Приветствую всех, друзья! Сегодня новое видео про новую сборную. Продолжается цикл сборных на чемпионат мира, который пройдет в Будапеште, в Венгрии с 6 по 13 июня. В предыдущем видео я ошибся, оговорился, сказал вместо июня июль. Но нет, конечно же, в июне пройдет чемпионат мира, а в июле в конце пройдут Олимпийские игры долгожданные. Но сегодня у нас сборная, одна из фаворитов, одна из лучших сборных в дзюдо. Это сборная Грузии, Саакашвили. И я представляю вашему вниманию состав на чемпионат мира от грузин. И начинаем с веса, как обычно, 60 килограмм. Здесь у нас выступает Тимур Нозадзе. Имеет хороший год Нозадзе. Несколько медалей завоевал, стал чемпионом Грэнд-слэма одного. Уверенную борьбу показывает. И есть неплохие шансы неплохо выступить на турнире. И следующий представитель этого же веса это Лухум Чвимяни. Действующий чемпион мира, будет защищать свой титул. Турнир в Казани он выиграл. Очень уверенно. Выиграв он Швидобадзе в финале. Показал силу духа настоящего Чвимяни. Ну а теперь будет чемпионат мира и посмотрим, как проявит себя грузинский спортсмен. Я думаю, ожидать можно чего угодно, но будут японцы, будет Нагаяма, будет Кога Генки, который в этом году в отличной форме. Отец его умер, к сожалению, Тошихико Кога, легендарнейший дзюдоист. Генки очень заряжен будет. Но посмотрим, друзья. Следующий вес это Маргвелашвили Важа, финалист чемпионата Европы этого года в Лиссабоне. В этом году имеет бронзу, серебро, 2 серебра. Но, как обычно, показывает ярчайшую борьбу, просто один из самых зрелищных дзюдоистов в этом весе. Как я говорил, это один из моих любимых дзюдоистов. Но на чемпионате мира будет ему очень легко. Там будет Муруяма, который не чувствует вообще своих оппонентов, будет защищать свой титул. Думаю, есть у него некая спортивная злость на этот турнир. Не смог он отобраться на Олимпиаду. Проиграл он Хифуми Абе в декабре предыдущего года после 20 минут дзюдо матча. Это была его мечта — попасть на Олимпиаду. Ему 28 лет уже. Возможно, это последний олимпийский цикл для него был. Мы не будем говорить, чего это дзюдо. А вот Маргвелашвили Важа, довольно-таки неудачный период у него. Не везет, точнее, ему зацепиться за медаль какую-то. Я буду за него болеть. И следующий вес до 73 килограмм, финалист предыдущего чемпионата Европы, олимпийский чемпион 2012 года, бронзовый призер Олимпиады 2016 года. Это легендарный дзюдоист уже. Легенда не только Грузии, но и мира, мирового дзюдо. Это Лаша Шавдатуашвили, который выступит в весе 73 килограмма. Тяжело дать прогноз, но я думаю, бороться он будет в хорошей форме, потому что в этом году он неплохо идет. И следующий вес это 81 килограмм, и Лука Майсурадзе. Я, конечно, не до конца уверен, в каком весе Лука будет выступать, но скорее всего 81 килограмм. Просто в Казани он боролся в 90 килограмм весе. Там он занял третье место, но победил именитых соперников, таких как Маркус Ниман, Аксель Клерже, Кохман Ли. Проиграл он Мурау в полуфинале, но на Майсурадзе будет интересно посмотреть, и я буду лично за него болеть в этом весе, потому что он молодой. На прошлом мире он занял третье место, тоже выиграв у Мулаи, действующего чемпиона на то время. Следующий вес, 90 килограмм, Гвиняшвили Бека. Что по нему сказать? Бека очень круто борется. Финал Европы в Лиссабоне он проиграл Лаше Бекаури. Проиграл он и место на Олимпиаде. Но едет на мир, и я думаю, что у него на этом мире занять место, получить медаль, шансы очень высоки, потому что не едет на Олимпиаду злой.
проиграл много соревнований. Не везет. Нужно рвать, и я думаю, Бека в тройке зацепится. Вот просто такая чуйка. То, что борьбу в этом году он показывает. Замечательно. И следующий вес до 100 кг. Капитан команды Варлам Лепартвеляни. Опытнейший дзюдоист, уже за 30 лет ему. Олимпийский призер, призер мира, победитель множества турниров и вообще хороший человек. Дзюдо — это его жизнь. Я думаю, последний мир для него, последний олимпийский цикл. Но не будем загадывать, это дзюдо, это спорт, это большой спорт, профессиональный. А Варламу только удачи. Но и дорогу молодым, таким молодым, как следующий представитель этого веса. Это Илья Сумаламанидзе, который в этом году отлично стартанул. 19-летний талантливый парень. В Тель-Авиве занял 3-е место. И показал хорошую борьбу, показал отличную борьбу на Европе. Просто шикарнейшие результаты. 5-е место он на Европе занял, но отличный класс. Победил он в Тбилиси чемпиона мира действующего Фонсеку. Поэтому на этого парня также мне будет интересно посмотреть, и за него я буду болеть лично. Мне он очень нравится, его стиль борьбы, он очень спокойный, очень сильный и техничный. Все, что нужно профессиональному спортсмену. А там недалеко и до медали на чемпионате мира. И последний на сегодня вес, это свыше 100 кг. Это зал Ишвилигела. Зрелищный дзюдоист, в этом году 2 золота. Хорошую борьбу Гела показывает. И будет на что посмотреть. Зрелищно борется, сильно бросает, много бросает, заходит на броски часто. Что сказать, нужно только смотреть. Друзья, спасибо вам за просмотр. Пишите комментарии, пожелания, ставьте лайки. И самое главное, смотрите и любите дзюдо. Всем спасибо, друзья. До свидания.